Шеф-повар Максим Григорьев. Варенье из слив без косточек 5-минутка. Обычно, приготовление любого варенья растягивается на несколько часов или даже дней, когда после каждой варки плоды остывают в сиропе и напитываются им по 8-12 часов. Но есть отличный способ заготовить экспресс-варенье, которое получило название 5-минутка. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Сахар 2 ст. Слива 500 г. Шаг 1. Для работы нам понадобятся сливы и сахар. Шаг 2. Сливы 500 грамм, вымыть, разрезать пополам и удалить косточку. Каждую половинку слив разрезать еще раз пополам. Шаг 3. В толстостенной кастрюле соединить сливы и сахар, 2 стакана. Перемешать и оставить на 5-6 часов. Шаг 4. За это время сливы пустят сок. Шаг 5. Довести сливы до кипения и готовить после закипания на небольшом огне 5 минут. Снять с огня и дать полностью остыть. Шаг 6. После остывания опять довести сливы до кипения, разложить по стерильным банкам и закатать. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.